И к другим новостям. В областное министерство экологии пришли с обысками. Силовики изъяли документы, связанные с деятельностью по обращению с твердыми бытовыми отходами, вывозом мусора и содержанием свалок. В пресс-службе ведомства подтвердили визит правоохранителей. В Министерстве экологии Челябинской области побывали представители Следственного комитета, которым были предоставлены документы, касающиеся обращения с твердыми коммунальными отходами. Работа Министерства экологии Челябинской области продолжается в обычном режиме. Оказывается, содействие правоохранительным органам. Не исключено, что визит силовиков связан с отчетом КСП, который появился накануне. Согласно проверке ревизоров, за последние 10 лет траты на обращение с ТБО в регионе выросли, внимание, в 11 раз. В прошлом году на эти цели область потратила 6,5 миллиардов рублей, тогда как в 2013 на это направление выделили всего 570 миллионов. Расходы на одну из самых затратных статей экобюджета начали расти с 2018 года, когда случился мусорный коллапс. После этого региональным оператором был назначен ЦКС, который должен был решить проблемы с вывозом мусора. Правда, насколько эффективны были эти траты, еще только предстоит выяснить.